обсуждаем нашу послематчевую пресс-конференцию. Тренер Алании Георг Джоев. Георг Гуранович, что можно сказать по сегодняшней игре? Такой нечастый. Могу сказать только одно. Очень обидно, что теряем очки. За первые 10 минут, наверное, должны были, не знаю, ну, как минимум 2 точно должны были сделать и спокойно доигрывать. Но, к сожалению, опять грубые ошибки в обороне. Ну, не опять, ну, наверное, за весь сезон должно было залететь. 5 мы никогда не пропускали. Пропустили. Очень обидно, что потеряли очки. Были ли вы готовы к тому, что Кубань будет так успешно пользоваться этим зоной? Да мы знали, что Кубань отойдет опять, все команды станет, как большинство команд, против которых мы играем, отойдет и будет отбиваться всю игру. Просто я еще раз повторюсь, очень грубые ошибки в обороне. К сожалению, 5 пропустили. С ваших слов понятно, что вы ехали с ним за победу, но по тому, как развивалась игра, довольны в итоге ничем? Нет. Все-таки должны были выигрывать. Я правильно понимаю, вы перестроили тактику во втором тайме? Ну да, мы 4-2-4 выпустили, Саида выпустили. И, короче, пошел навал уже. Ну, сыграло, отыгрались, слава богу. Хоть так.